79 лет исполнилось Гродненской милиции. 7 октября 1944 года было создано Управление внутренних дел Гродненского облсполкома. К праздничной дате на базе ОМОНа правоохранители региона провели День открытых дверей. Посмотреть, как служба нашей милиции опасна и трудна, пришли более 300 человек. Это учащиеся 10 и 11 классов школ города и района, а также кадеты Гродненского областного кадетского училища. Для детей подготовили захватывающие показательные выступления. По легенде, преступники взяли в заложники девушку. Группа ОМОН продемонстрировала зрителям момент штурма здания и освобождения заложника. Вторым не менее шумным и зрелищным действием стало задержание наркокурьера. Там начали палить из всех оружия. Лично для меня, когда я услышал, у меня даже заложило уши. Незабываемое очень впечатление. Вот лично для меня, вот после всего того, что я увидел, мне кажется, что у меня появилось даже желание попытаться участие быть в полиции, либо ОМОН. Помимо показательных выступлений сотрудников ОМОНа, эмоции у зрителей вызвала работа милиционеров-кинологов и их подопечных. Гродненские мухтары продемонстрировали, как они задерживают преступника. Сотрудники госавтоинспекции показали профессиональное маневрирование. Элемент, который будет выполняться на служебном автомобиле Volkswagen Polo, называется «Змейка при движении вперед». Далее диагональная парковка. Кроме того, школьникам и их родителям продемонстрировали приемы самообороны и работу правоохранителей в группах. Мероприятие, которое мы проводим, нацелено на раннюю профориентационную работу с молодежью. И думаю, что оно позволит нашему молодежи, прежде всего, конечно, парням, юношам, сделать свой выбор и получить представление о профессии милиционера. Огромный интерес и неподдельные эмоции у детей вызвали интерактивные площадки. Несмотря на дождь, школьники рассматривали, трогали, фотографировались с оружием и, конечно же, попробовали солдатскую кашу.